Знаешь, Алан, запугивая детишек, проще представлять в голове пистолет. Да, знаю. Детишки. И вот этого ты хочешь? Этого конкретно не хочу, но своего завести, доктор Грант, было бы увлекательно. А что плохого в детях? О, Элли, бесконечный шум, страшный беспорядок, огромные расходы. Жадюга, жадюга. И вонища. Да что за бред? Никакой не бред. Все младенцы воняют. Установите это. Простите, но вы на экскурсии. Выйдем отсюда. Раз, два, три. Эй, что вы? Как же так? Разве можно? Да. Я прочел вашу книгу. Что ж, замечательно. Это правда, что динозавры превратились в птиц? Они полностью исчезли. Ну, некоторые виды могли развиваться и так. Не очень-то они на птиц похожи. А вот я слышал, что метеор упал на землю где-то в районе Мексики и образовался огромный кратер. Слушай, Тим. Тим, в какой машине ты собираешься ехать? В какую вы сядете? А потом я прочел в одном журнале об этом метеоре, вызвавшем жару. А потом все покрылось ледяной коркой. Изменилась погода, и все они вымерли. А мой учитель рассказал про книгу ученого по фамилии Беккер. Она сказала, чтобы я ехала с вами, что вам это на пользу.